Там вообще видео было, пес испугался, я видела. А потом хватает его, начинает дербанить. А ты? Это а меня попылесось. А, ай-яй-яй! Насрать бы на вас. Дал еда, так. Его надо отстегнуть, как далеко он убежит. Да. Ну-ка дай мне. Куб, смотри. Кубик, иди ко мне. Да вот, да ты понюхай. Дурень. Ну все. Куб, смотри. Страшная штука. Смотри. Что у вас? Страшно? Ну как так-то, а? Куб. Да ладно, иди сюда. Ко мне подойди. Сидеть. Молодец, хорошо. Молодец. Иди хвали его, жалей. За что его? Блин, на телефон тогда. За что его? В смысле? Ты... Похвалить. За то, что он боится иди пылесоса? Смотри. Не бойся, смотри. Он хороший. Видишь? Все, сидит. Это же Макита, Кубик, это же Макита, не бойся. Молодец, хорошо. Не страшно. Видишь, не страшная штука. Вот, смотри. Да не бойся. Все, молодец, хороший мальчик. Скажи, для чего мне нужна эта информация? Что пылесос хороший, ему не нужно бояться. Все хорошо, что никто не кусает. Ой. Ну не страшно же, ну. Куб, иди сюда. Скажи, иди отсюда. Сюда иди. Все, молодец. Молодец, хорошо вот. Будешь с ним пачку на уре напрямить, да? Все. Морошенька, покажи мастер-класс. Пылесос, да? Она такая уже бачок подставляет. Да? Иди-ка сюда. Давай. Мороша. Класс, да? Вот так вот скажи, а не это вот ваша собака. Ай, какой кайф, да? И сова такая. Тебе страшно, скажи, я хочу убежать, да? Шумите тут всяким, да, кофе? Непотребствами занимаетесь. В телефон солнышко светит. Вот. Будешь еще пылесоситься? Да. Да, хорошо. Морошке нравится. Да все. Ну да.
Надо кубику показать, чтобы ему стыдно было. Разлохматили кошку.